так жалко. Ну, блин, это так прикольно. Ну что, трудно быть богом? Говорите. Здравствуйте. Несколько слов для прессы о пребывании, пожалуйста, на фестивале. Значит, так, внимательно. Здесь очередной раз происходит у нас тусовка наша. Вот и мы встречаемся. В прошлом году встречались. Вы были тогда? Нет. А почему я лет нет? 5, наверное, не был. Опять не был. Вот еще в следующем году будет. Так что, пожалуйста. Обязательно сейчас буду. Будьте здоровы, всем хорошего. Где твой крокодил-то? Крокодил? Да, в гараже. Да, ну вот. Ну разве можно такие вещи, как в гараже? Он тоже висит в комнате, в комнате. Она лежала в подъезде. Ура! Юра, привет! Несколько слов о пребывании на фестивале. Когда ваша очередь? Попал в центровку? А много загрузил?
А кто буксировать будет планер этот? Есть буксировщик? А. Скотч неправильный, какой с собой? Сторонний? Нет, он не сторонний, обычный. Ну, я не могу,
Надо ему туда пулеметы
Алексей заявил фигуру под названием рисование дымом. То есть у него в самолетике стоит канистра со специальной жидкостью, которая сбрасывается в глушитель, ну, в систему, где стоит глушитель. Полет на ноже. Алексей выполняет фигуры высшего пилотажа, которые не входят в общую оценку. У него заявлено рисование дыма. Он рисовал два сердечка. Взлет. Да не сквозь. Они полетели. На самом деле сейчас производится затягивание дроммера еще одного участника нашего конкурса по выполнению заявленной заранее фигуры. Павел Добровольский заявил две петли Нестерова, выполненных на плане «Ожидаем».
кадре находится Борис Колодцев. Я уже, я тебя покажу, я снимаю, это второй план.